Ой, отпустите! Привет, Настюшка! Давай украшать дом! Давай, сегодня же Хэллоуин, украсим, сколько мы всего купили! Ребята, не пугайтесь, пожалуйста! You never play with me anymore! Ого, шуточки, да, такие? Не страшно! Так, ну давай распаковывать коробки! Это у нас привидение! Ой, как страшно! Сейчас мы его повесим вот на то дерево! Ой, класс, да? Да. Супер. Давай теперь развесим паутину. Ого-го, тут весь дом хватит обернуть. Класс. Сейчас еще пауков насажаем туда. И будет здорово. У нас весь дом будет в паутине, да? И весь двор будет классно. Так, как он там включается? Класс. Так, это два паука. Ух ты, какие красивенькие. Сейчас мы тут устроим паучью нору. Даже папа испугается. Ну, а папа наш вообще неизвестно где. Так. Не помогает еще нам украшать один дом. Паук. Да. Вот и тут будет жить паук. Конечно, самый тут страшный. Фонарь. Да. Вот тут мы его и поселим, да? Самого страшного. Супер. Ничего себе, какой паук, да? Да. Все светится. Класс. Вот это гигант, тарантул. Ух! Закинул. Оп! Зацепился. Тут этот паук, а тут этот. Супер, мне нравится. Вау, семейство. Страшно, Настюшка, будет? Нет. Не весело, да, будет? Жалко, папа, да, не видит? Да. О, еще одно привидение. Ууу, какое страшнючее. А, это руки веселые такие, зомбивские. Я зомби! Так, чтобы у нас зомби откуда-то вылазило, нужно смастерить ему надгробие, да? Привет! Одна рука машет, вторая запуталась в паутине. Вот какой-то смешной зомби говорит, я сдаюсь! Не пугайте меня, я сдаюсь. Еще есть губки. Пойдем, пойдем. Да, вот они, видишь? Смотри, вот одна вот такая. И еще вот такая плита. Есть такая. Да, о, еще руки зомби, пойдем. Так, здесь у нас будет, да, надгробие? Угу. Он тоже вылазит, я сдаюсь. Тоже вылазит, да? О, а это штучки в землю втыкать нужно. Пойдем по участку расставим. Втыкай. Эти такие симпатичные, да, у нас? Миленькие. Бедно. Тыковки у нас на очереди. Классные. Готово. Да, у меня больше нет. Пойдем, там еще куча всего. Вот эти тыквы классные. Они должны быть очень большущие. Вот класс, да? Да. О, давай вот это поставим. Оно тоже. О! А танцуем, давайте. Ой, Настюха, оно с пугалом танцует. Тара-там, там-там, тара-там, там-там, тара-там, там-там, там-там, там. Привет, ребята. Привет, пугало. Ой. Ой, какой злой и грозный. А ну ему скажи, у-тю-тю, у-тю-тю. Ай, я принцесса, ай. Ты что, превратилась в зомби? Принцесса, ай, ай. Ой-ой-ой. А я в этой коробке тыковки должны быть. Ну, показывай. Ой, какие красивые, яркие. Это бабушка. Так, одна есть. Еще одна колдунья. Еще одна колдунья. Угу. Включай. Ух ты! Классно! Вот это у нас паук. О, какой он огромный! И привидение светится! И тыковки светятся. А, да, и привидение светится. Чьи-то ноги тут. Кто-то у нас еще такой прикольный, да, есть? Показывай.
О, привидение? Вот какой классный получился у нас чудик. Сюда можно конфетки складывать, да, будут ребята приходить, говорить, жизнь или конфетки. И мы будем давать им конфетки, да? Да. Ой, мы забыли самого главного. Скелета. Доставай. Так, будешь его садить? Он же не будет так валяться около входа. Давай хоть его посадим. Вот так, на ступенечки ему ножки поправь. О, красота. Ну, какой грозный. Кушать хочет, что ли? Да. Чем его будешь кормить? Конфетами. Хочу конфет. Это следы. Ой, следы, да, пугающие такие. Ой, смотри, как натуральненько, да? Ребята, кто-то тут ходит. А кто это, интересно, тут ходит? Ой, давай возле скелета будет след у нас такой. Кто-то проходил тут. Да. Пойдем папе позвоним, да, а то мы все нарядили, все у нас так классно, а папы нет, пойдем позвоним. Алло! Ну ладно, давай открывать конфетки и съедим одну. Давай открывать конфетки. И съедим одну. Алло? Кто это? Да ну тебя, ужас какой-то. Ой, а это что? Что за кровавые следы здесь? Кто здесь? Ужас какой! Ой! Ай! Что это? Что это такое? Ай! Да уйди ты, отстань! Что за шут? Происходит, да? Какое? Фу, кошмар, что творится? Что происходит? Ой, отпустите! Ой, какая вкуснятина! Ты слышала? Да. Идем посмотрим, что там такое. На голос папы похоже. Да. А вдруг он... Смотри, папа! Где? Это же папа наш! А чего это он тут лежит? Еще и в паутине. Юра, вставай! Что с тобой? Ты чего тут лежишь? Слушайте, тут такая жуть! А мы дом нарядили! Тебе понравилось? Да. Так это вы дом наряжали? Фу! Ой, хоть какая-то хорошая игрушка! Смотри, какая хорошая! Ой, что-то папа не ожидал, не оценил наших с тобой украшений. Ой, перебарщили, как всегда. Да, перебор. Ставьте лайки, если понравилась эта съемка. Всем пока. Да, ребят, напишите, классно мы украсили дом. Пока-пока. Не доливайся. Пока-пока. Шоу-программа.